20 шекелей. Может, не пролить? Нет, я шучу, конечно. Вообще, слава Богу, друзья, мне очень приятно быть здесь, и я думаю, что за этот месяц мы чему-то научимся, Бог нас чему-то научит, и мы уже успели тут сгореть на пляже. Я приехал белый, как эта бумага, а уже видите, какое у меня море хорошее у вас. Хорошо, такой кусочек, такой напомню, да, просто. У меня фонограммы нету, я под гитару просто. От духовной пустоты, но она твой удел. На пути твоем темные цветы, только ты бы хотел. Забыть про все, и вдруг однажды увидит луч добра. Не забудь, не оставь надежду, только помни всегда. Ведь уже забыл слова. И в сно, и в холод, и днем, и ночью. И где бы ни был ты, подними свои глаза. Огромное вам спасибо. Спасибо. Ну что, споем русскую или... У нас еще время нет, да? А помните? Хинема тоуманай шевера хингамя.
песня нравится. Я, кстати, там привез альбом, называется My People. Я именно вот хотел записать несколько песен Николая Раскина, одну я свою сделал, называется My People. И также я записал еще очень старую песню, вот эту. О, если бы знал Иерусалим. А, я ее записал в 96-м году в предыдущем альбоме. Она была, я просто немножко по-другому ее сделал. Это песня Николая Хаскина, которая называется «Мессия», как бы «О, если бы знал Иерусалим». Иерусалим, кто мир его хранил,
Альбома называется «Мир непрост». Там вы можете увидеть моего сына и мою жену. Сын мой 21 год, Марк, потом Даник и Эрик. 21, 19, 14. И старший сын играет на ударных инструментах. Ну, «Мир непрост», да? Споем, да? Ну, хорошо. Кстати, можете на YouTube посмотреть, это черно-белый клип, просто Брикса. И там выскочит много разных видео моих. И там есть такой сверху черно-беленький, черно-белого цвета. Можете посмотреть этот клип. Ну что, давайте тогда споем «Мир непрост». Но эта песня такая подвижная, тогда придется вам со своих мест встать. Сделаем гимнастику. Thank you.
Ты не одинок, с тобой вечный Бог.